Сегодня я расскажу вам способ, как, если вам попались некачественные пельмени, как сделать так, чтобы вот этот брикет, просто он каменный, он никак не разлепляется, что только я не делал, ничего не получается. Это вот великолепная сибирская коллекция из Перекрестка. Привезли мне такую радость. Я попробую сейчас это сделать. Я ставлю это в микроволновку. Этот брикетик. И включаю разморозку. Даже давайте. Во. И попробуем сейчас разморозить. Что будет? Вот после минуты разморозки они уже отходят. Будем сейчас пытаться их сложить. Во! Вот они разморозились. Сейчас мы их будем складывать. Ой, упал один пельмень. Сонь, подними, Сонь. Вот, сейчас будем по одной отлеплять. Горячо, не обожглась? Нет. И вот что получается, когда ставишь где-то на минуту на разморозку, получается, они размораживаются. Вот так нужно поступать с брикетом, если у вас попался некачественный пельмени. Просто поставьте их на ускоренную разморозку на минутку, и все будет тип-топ. А как сготовить супервкусные пельмени без масла, я расскажу в следующем выпуске. Всем пока!